На раз, два, три. А такая жизнь с таким человеком, как бабах. А я забыл сесть вовнутрь. А вы, подписчики, смотрите только. Нет, чтобы приехать помочь человеку поработать. Оператор машет головой с таким восторгом. Да, да. Ребята, всем привет! Добро пожаловать на Advanced Bay. My life, my style. Моя жизнь, мой стиль. Вот такая вот наша жизнь. Сегодня что мы сделаем? Мы заканчиваем нашу машину. Чтобы сдать машину на талон, необходимо снять airbag. Я, конечно, лентяй этого делать. Мы делаем новый эксперимент. Мы их просто взорвем. Так, Асна, ты будешь помогать? Все боятся. Бой, так, просто неудобно немножко установить. Как сделать так, чтобы не было замыкания у нас? Так нормально? Я думаю, нормально. Ну, короче, ребят, что мы делаем? Мы подсоединяем. Это происходит очень быстро. А куда оператор ушел? Оператор. Лишь бы замыкание не произошло. Вы готовы все? На раз, два, три. Не получилось. Так, еще раз. Раз, два. Красиво. Надо ближе. Я близко, близко снимаю. Близко, да? Хорошо, давайте сейчас мы... Вот представьте, вы в машине едете, ваша головка... Вы раньше, чем airbag взорвались, она забьет по шею. Так, нам на следующую сторону, в другую сторону пройти. Даже я не заметил, как взорвал. Ты иди. В этот раз я буду находиться в машине. А такая жизнь с таким человеком, как бабах. Ребят, в этот раз я постараюсь вообще не моргнуть. Ой, герой. Вторая попытка. My life. My style. Что-то не получилось. Минуточку. Получилось. Красиво. Красиво, красиво. Ребят, короче, смотрите. Подпишитесь на наш канал. Мы вас будем удивлять. У нас очень много airbag, которые необходимо ликвидировать вот таким вот образом. Давайте оставим отпечаточек. До сих пор надуты. А я забыл сесть вовнутрь, чтобы попробовать, как это по голове дает. Нормально надуты. Смотрите, какие подушечки надуты. Когда у тебя головы не будет, тянешь. Да, тогда сесть. Хорошо, ничего не сделаешь ради любимого человека. Не сядешь в машину. Так вот, ребят, видите, немножко так грязновато. Но ничего, это всего лишь на несколько минут. Мы закончили нашу машину. Так, мы ее сейчас будем отсюда скидывать. Остается только бензобак снять. И это мы будем делать с трактором. Астон, мне нужно шпатель вырезать вот эти вот эмблемки. Можешь организовать? Знаете, что интересно, ребят, то за эти годы запчасти на этот автомобиль поднялись в цене вверх. Я очень удивлен, меня это очень радует. Меня это весьма радует. Все наши запчасти будут размещены на нашем магазине, на eBay, также на нашем веб-сайте Advanced Bay. Как вам нравится? Кстати, я ни разу не видел ни одну машину, именно АЭС. 300-ю. Чтобы они за историю моего опыта с ними, эти эрбяги взорвались. Ни разу еще не видел. Впервые за 18 лет, 20 лет работы с этой моделью, впервые мы их взорвали. Хорошо, сейчас я буду заводить трактор и будем вывозить эту машину отсюда. Но еще остается бак, его надо ликвидировать. Просто так в Калифорнии не сдашь машину на металл, пока не снимешь бак. Ребят, комментируйте, что вы скажете. Как вам наша жизнь, наш стиль? Что же делать с рулевой рейкой, а? Колоночка. Я вот думаю, снять или не снять. Жалко, у меня есть весь набор, весь комплект. Раньше мы продавали все в комплекте. Ну да, ты же можешь продать. Если у кого-то нет ключа. Давайте еще потратим пару минут и разберем. Это будет недолго. А Дмитрий делает. А вы, подписчики, смотрите только. Нет, чтобы приехать помочь человеку поработать. Нет. И в нашем кармане, благодаря вашим деньгам, появится пару сотен долларов, если вы купите вот эту установочку. Но я серьезно говорю. Тут оператор машет головой с таким восторгом. Да, да. Дмитрий много выделывается просто. Устанавливаем новые ремни. Все старые стоят, обрываются. Представляете? Породы хаски. Есть такая порода собак. Шерсть собрали. Моя жена смотрит и удивляется, с чего он это взял. Не, серьезно, я говорю, полный стресс. Ну, вообще-то хаски... Хаски же вычесывают, не постригают. Вычесали, короче. Ага.
Собрали шерсть. Намотали ниточки. Намотали ниточки. Кстати, эта процедура есть на YouTube, можете поискать. Что мы делаем? Правильно? Чуть-чуть неправильно. Вот так вот закрепляется это. Наши подписчики должны все видеть, все знать, как мы это живем. Это очень важно. А? Это очень важно. Как это вообще-то необходимо? Аста чекала это ставить. А ставить батя будет, батя. Кладбище его. А вы подписались? Рабочий день закончен. Почти. Осталось только доубирать. И мы практически... Солнышко село. Солнышко село, а не грипаж. Да. Напахались тут негры. Да. Так, ребят, пока не цепенело. Испачкали. Что? Поиспачкали все. Испачкали. Стройбаб, понимаешь? Это стройбаб или у тебя Advanced Bay, у тебя или у тебя что? У меня? Опа. Так, не обращайте внимания, парень всего лишь учится. У меня, я же уже сказал, какая моя жизнь. My life, my style. Вот такой у меня стиль. Ты показывал, как ты стенку сделал. А это пусть они скажут, в комментариях напишут, если им интересно вот обзор немножко, что мы показали. То, пожалуйста, покажем, без проблем. Итак, мы сейчас дружно, значит, я один. Я, запчасти. Я, он и Дима. Да. Будем носить запчасти, чтобы готовить домой. Посмотрите, как это мы делаем быстро. Чуть не прогнул ногу. Чуть не считается. Тебе трудно? Только для вас. Только для вас моем. Только в этой серии. Этот парень любит повыделываться. Как вы заметили, он без шоу не может. Что ты хотел сказать? Хотел подождать. Каждый тут в машине. Машина начисто готовит в дом. У тебя перед дверью лежит как. Кому-то надо. А мы можем разыграть его в наших комментариях. Получите лексовский карпет у порога дома своего. Я думал, ты что-то серьезное скажешь. Жизнь и так серьезная.
куда еще сильнее делать.